Всем привет! Сегодня у меня вот такие вот закусочки. Их приготовила Лиана. Я даже, если честно, не знаю, из чего они стоят. Вижу здесь снаружи то, что колбаска, лук, помидорка, какой-то соус. Здесь, я так понимаю, это бургерный соус, который мы ели. Он, кстати, острый. Всем приятного аппетита! Такие закусочки первый раз. Кому интересен будет рецепт, ссылочка оставим в описании. Я так понимаю, там еще сыр добавлен. Достаточно интересные рулетики. Или как их правильно назвать? Давайте попробуем поострее. Сегодня у нас 1 сентября. Всех поздравляю с Днем Знаний. Многие, я думаю, ждали, наверное, да, уже начало учебного года. Но, как я по себе помню, я не саму учебу ждал, а просто встретиться. Уже охота побыстрее с одноклассниками. Сейчас начнутся эти все уроки различные, домашние задания. Родителям, конечно, терпение. Вася, ты же вроде не голодный, корм у тебя есть. Васька залезла рядышком, хочет, видно, тоже поесть. Давай, слази. Неправильно, сначала сделал, откусил снизу, потом стал есть сверху, да, она стала с двух сторон, получается, открытая, и все падает. Очень вкусный вот этот соус бургерный от Астории, острый именно, который ко многим закускам он подходит. Так вот, про школу я не договорил, да? Самое интересное, наверное, для меня были это какие-то с 6 класса, я думаю, по 9. Самое интересное. Я учился 9 классов, потом поступил в колледж. Почему-то даже не рассматривал вариант учиться до 11 класса. Хотя учился довольно-таки неплохо. Ну и не сказать, что совсем хорошо. Знаете, наверное, это больше лень была. Потому что все, что я хотел, я мог легко достаточно выучить. Особенно какие-то пересказы там. Просто сам на уроках. Не знаю, вот этот подростковый возраст. Баловался, ничего не делал. Бывало и такое. Я никогда не понимал тех, кто зазубривает, получается. Мне кажется, нужно всегда понять смысл, и тогда учить намного будет легче. Там или решать какое-то уравнение, понять смысл. Но его, конечно, не зазубришь, да, и там надо разобраться. Например, какие-то правила там правописания, да, просто запомнить или разобраться все-таки в них, чтобы потом их спокойно, легко применять. Закусочки эти, кстати, достаточно легкие. Ну, как для меня.
Да и готовиться, я думаю, что они не так уж и сложно. Хотя я не видел сам весь процесс приготовления. Снежана сейчас нянчится с Лёвушкой. У него как раз сейчас время тоже обеда. Вкусные пепси. Это пепси с манго. Честно, мне очень понравились эти закуски. Еще раз напомню, ссылочку оставлю в описании на рецепт. Надо и самому посмотреть, как их готовить. Пишите, были ли у вас какие-то инциденты в школе, по которым вызывали родителей. У меня вызывали родителей. Мне кажется, достаточно часто, наверное. Этим, конечно, не стоит гордиться. У меня в основном это все за поведение. То есть я именно вот сейчас я это осознаю. Я бы, наверное, так и не сделал в подростковом возрасте. Пытался, наверное, как-то все время поспорить с учителями, что-то свое доказать. А может, это и хорошо было. Пытался отстоять свою точку зрения, например. Если подумать, хотел бы я вернуться в школу, то, скорее всего, нет. Вот в колледж еще может быть. Там было больше свободы, знаете. Да и интереснее было уже учиться. Различные интересные предметы были. Этим соусом острым прямо рот горит. В то же время охота еще все острее и вкуснее становится. Отпраздновали мы день рождения Снежаны, Лианы и Артема. Знаете, да, наверное, не часто встретишь таких друзей, как бы и вообще мою семью, получается, да, семьи, где 3 дня рождения в один день. Особенно муж и жена. Как по мне, это вообще, наверное, редкость. Видно там или нет, они получились такие достаточно сочные, вообще не сухие. Внутри тоже много соуса, сыра. Я думаю, можно попробовать еще с
копченой какой-нибудь курицей и с какими-нибудь копченостями такими. Мне кажется, будет тоже очень вкусно, чтобы вот прям вкус насыщенный был именно. Я так понимаю, это здесь сосиска или колбаса какая-то. Чтобы вкус еще такой копчености был. Будет классно. Сегодня я не стал скринить вопросы, потому что там прошлое видео было Лианы и Снежана. Там многие комментарии звучали именно в их адрес. Они сказали то, что видео снимут завтра. Следующее видео будет уже вместе с ними. Они поотвечают там на ваши вопросики. Все. Остался последний рулетик, конвертик, его правильно обозвать. Блин, я уже, если честно, наелся, да? Ну, скажут, неудивительно то, что съел целую тарелку таких рулетиков. Сытненький такой обед у меня получается. И очень вкусный. Вот так вот я все достаточно быстро, как мне кажется, съел. Рулетики были очень вкусные. С острым соусом это вообще пушка. Ссылочки все оставим в описании. Заходите, смотрите. Также не забывайте написать свои комментарии, поставить лайк под этим видео. Всем пока, до новых встреч.